Тент – полезная в походе вещь. В основном тент натягивают над каким-нибудь столом, чтобы можно было во время дождя там посидеть, поесть, поговорить, на гитаре побрянчать. Второй тент обычно натягивают над костром, чтобы дождем не заливало. Но вот беда, получается, что во время дождя приходится, чтобы добраться из палатки до стола или там до костра, одеваться соответствующее, то есть и дождевик, и сапоги, и прочее. Я использую такое размещение тента, чтобы все было в одном месте. Вот если посмотреть сверху, то этот тент натянут по диагонали. Причем одна его сторона почти касается земли, и два перпендикулярных угла тоже. То есть, при виде сверху получается что-то вроде наконечника стрелы. При этом четвертый угол тента высоко поднят, и он образует вот такой вот своеобразный козырек, под которым находится место для небольшого костерка или там печки. И при этом под боковыми крыльями есть достаточно места для вещей, там для дров и для прочих полезных вещей. Так что прямо во время дождя можно выйти, не одеваясь по-дождливому. Даже кошеварить можно, не выходя из палатки полностью. То есть можно высунуться по пояс, подкинуть тут дровишек, помешать что-нибудь и забраться обратно. Такое расположение тента удобно также для защиты от сильного ветра. При этом острие такой вот стрелы должно быть направлено против ветра. А вот его боковые стороны должны быть закреплены на земле. Получается такая вот очень обтекаемая фигура, которая воздух будет обтекать и тем самым уменьшая нагрузку на палатку. А с другой стороны, вот тут вот образуется небольшой затишок, где можно от ветра схорониться. Установить тент по типу стрелы можно даже на голом месте, то есть никакие деревья для этого не требуются. А тент самый обыкновенный 4 на 4 метра. Можно сделать вот этот козырек побольше, если просто сдвинуть этот тент над палаткой вперед, можно поменьше. Тент закрывает собой палатку практически полностью, так что она остается сухая.